В ходе мероприятия полицейскими проверено более 50 граждан, в том числе 20 из ближнего зарубежья, которые занимались сортировкой отходов. По результатам мероприятия пресечено 7 административных правонарушений. Составлены протоколы, из них 2 за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, 1 за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, 4 за незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности. На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 14 000 рублей.